Выключатель соответствует всем нормам технической документации, не требует вмешательства. От подстанции в 110 кВт Подгорная зависят тысячи потребителей. Трамвайное управление, промышленные предприятия, торговые центры и даже речной вокзал берет питание именно отсюда. Сегодня на самой крупной подстанции Барнаула проводят плановые ремонтные работы. У нас есть график, по утвержденному графику мы проводим планово-предупредительный ремонт. Соответственно, по графику мы выводим оборудование в ремонт, делаем соответствующие замеры, дефектуем, визуально осматриваем. В такие моменты мы выясняем начальную стадию дефектов или неисправностей, которые нужно устранить, чтобы не произошло технологическое нарушение и, соответственно, перерыв электроснабжения. Все это позволяет увеличить надежность электроснабжения в зимнее время года, к которому энергетики готовятся уже сейчас. Дело в том, что во время метели, дождей и аномальных температур чаще всего происходит сбой в работе электрооборудования. Чтобы предотвратить и минимизировать аварии, сегодня энергетики проводят ремонт во всех уголках Алтайского края. Они меняют изоляторы на линиях, ставят новые опоры, ремонтируют трансформаторы и другое оборудование на подстанциях. А еще чистят просеки, чтобы, например, во время урагана деревья или ветки не попадали на провод ЛЭП. В планах на этот год отремонтировать порядка 8000 километров линии электропередач 0,4-110 кВт. При этом мы планируем поменять порядка 18 тысяч изоляторов, 2500 опор. Кроме этого, будет отремонтировано еще порядка 1600 КТП. В апреле уже начинается проведение основных работ на подстанциях, на линиях. То есть заканчивается зима, фактически вы уже к новой зиме начинаете готовиться? Ну, можно сказать так. Сегодня уже выполнено 63% работ от годового плана, а закончить ремонт энергетики должны до 1 октября. Добавим, что ремонт линий подстанции иногда требует временного отключения электричества, ведь работать на объекте под напряжением нельзя. Но плановые отключения – это всегда лучше, чем внезапные перебои и аварии, особенно в зимнее время года. Елена Макаренко, Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком.